Один из самых информированных обозревателей, аналитик Александр Коваленко в нашем эфире. Александр, здравствуйте. Приветствуем вас. Доброго дня. Всегда с интересом читаю ваши обзоры. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на бахмутском направлении? Наступление вагнеровцев захлебнулось, они становятся в оборону, а Украина, соответственно, готовится к контратаке. Правильно мы понимаем? Контратака – это, в принципе, достаточно уместно называть то, что может происходить в ближайшее время в районе Бахмута, то есть не контрнаступление, а именно контратакующие действия. Поскольку у российских оккупантов теряется сама по себе интенсивность штурмовых действий, вообще возможности проведения штурмовых, каких-либо штурмовых операций в Бахмуте. Почему? Потому что они переоценили свой ресурс, они его стали перераспределять по другим направлениям после того, как зашли на северную и южную локации в городе. И сейчас наблюдается очень интересная ситуация. Например, в южном секторе у российских оккупантов, где действует преимущественно подразделение 51-го, 137-го парашютно-десантного полка из состава 106-й парашютно-десантной дивизии, у них была поставлена задача обойти Ивановское, обойти лес к юго-западу от Ивановского, но они уперлись в канал, они там так и остались. И таким образом они южную группировку ЧВК «Вагнер», которая занимается сейчас в городской застройке ведением штурмовых действий, они ее оставили без достаточного ресурса, без поддержки. И таким образом на юге российские оккупанты пытаются как-то за пределы кладбища продолжать двигаться в многоэтажки, многоэтажной застройки, но эти городские бои для них даются с большим трудом, с большими проблемами. Ресурс затрачивается, компенсации ресурса нет, и, собственно, они просаживаются именно в этих штурмовых действиях. К северу, в северном секторе, там, где они зависли, по сути, по улице Героев Труда, это промзона, буквально самый вход в северный сектор Бахмута, там начинает постепенно сбавляться, опять-таки, темп давления со стороны ЧВК «Вагнера», поскольку там именно их подразделения в первую очередь сконцентрированы. А все почему? Потому что, опять-таки, тот потенциал, который был, например, во второй линии, это потенциал регулярных подразделений 57-й МСБР, он был направлен на север и северо-запад. Например, в направлении Маникивки, там, где находятся господствующие высоты. Но до Маникивки они так и не дошли, они фактически были остановлены в районе Орехово-Васильевки. Даже не зайдя в сам этот населенный пункт, их с этих господствующих высот и нивелировали их наступательные действия. При этом они лишили возможности резерва и подпитки ресурса сам ЧВК «Вагнер», для которого это очень важно для продвижения в центр города. И сейчас используется последний резерв, который остался на этом направлении, именно в этой локации. Это подразделение 98-й парашютно-десантной дивизии. И если иссякнет этот резерв, то, по сути, российское командование окажется мягко говоря, в таком очень интересном положении, когда они не смогут полноценно восстанавливать ресурс, компенсировать потери своих основных штурмовых групп. И Бахмут, постепенно перетрансформируется в такой большой знак вопроса для российского командования. А будут ли у них вообще силы для того, чтобы каким-либо образом решить вопрос с захватом данного городка? Бахмут – одно из направлений фронта, но тут аналитики Американского института изучения войны интересную штуку напомнили. В частности, заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Анатолич Медведев 24 марта, то есть буквально вчера, сказал следующее, что в Москве известно о подготовке контрнаступления сил обороны Украины. При этом он заверил, что российский генштаб готовит ответные меры. Чем чисто теоретически может отвечать на контрнаступление украинских военных? Вообще обсуждать заявление Медведева — это дело такое достаточно
неблагодарная, я бы сказал, поскольку сам по себе человек не совсем понимает, о чем он говорит. Он недавно, опять-таки, в своем большом таком интервью для российских пропагандистов с умом и расстановкой рассказывал о том, насколько классные российские танки и вообще танкостроение еще со времен советских заделов, при этом абсолютно, судя по всему, даже и близко не понимая основных принципов танкостроения как такового. Но это отдельная история. Медведев недавно даже, опять-таки, по поводу высказывался временно оккупированного полуострова Крым. Если начнется деоккупация Крыма, то будет применено ядерное оружие. Но опять-таки возникает вопрос, где оно будет применено, зачем, в каком количестве, какие цели будет преследовать это применение. Поскольку, например, если вооруженные силы Украины выходят к административной границе временно оккупированного полуострова Крым, то применение ядерного оружия не несет какой-либо целесообразности, хотя бы тактического ядерного оружия, хотя бы по той причине, что оно не изменит ситуации, коренным образом не изменит ситуации в зоне боевых действий абсолютно. А вооруженные силы Украины используют тактику ведения боевых действий, которая не позволяет наносить масштабный ущерб подразделениям и войскам в целом. То есть, если будет применено тактическое ядерное оружие, ну, это, например, результат, эффект этого применения, это убийство 50-60 военнослужащих вооруженных сил Украины. Вот такой может быть эффект от именно применения. А как это изменит в зоне боевых действий расстановку сил? Ровным счетом никак. А на международной арене? Катастрофически для России. Последствия могут быть просто непредсказуемы. Вот, в принципе, и разница между тем, когда человек, который понимает что-то в военном деле, может комментировать каким-либо образом такие моменты, а совсем другое, когда это делает какой-то алкоголик. Например, как в свое время Борис Ельцин под его патронатом выводился в серийное производство танк Т-90, который был модернизацией, глубокой модернизацией танка Т-72, и при этом стал фактически ухудшением ряда параметров Т-72. То есть танк, который модернизированный, он оказался хуже, чем базовая модификация по ряду показателей. Например, по количеству уязвимых зон. Но именно за счет патроната Ельцина, который в танкостроении ничего не понимал, этот танк стали выпускать в серию. И сейчас Медведев, кстати, говорит, что это самый лучший танк в мире. Ну, то есть, это такая прямая эстафета от одного алкоголика к другому алкоголику.